28 января 1591 года, Кастл-Хилл, Эдинбург. Агнес Сампсон приговаривается к смертной казни через удушение у столба. После тела ее будет сожжено, и пепел развеян по ветру. Все ее имущество будет конфисковано и передано в лоно церкви. Давай, слезай. Шевелись. Умоляю, не надо меня сжигать. Умоляю, не надо. Прошу вас, не надо. Тем самым мы усмирим гнев Господа, и снизойдет на тебя милость Божья. Чтобы остановить распространение эпидемии, истребить приспешников дьявола и защитить души праведников. Не надо. Мы наказываем тех, кто пошел против воли Господа и совершил бесчеловечные злодеяния. Агнес Сампсон стала одной из 1150 жертв расправы над ведьмами в период между 1590 и 1597 годами. Лорд Ботвелл бежал из Шотландии. Он умер в нищете в Неаполе в 1611 году. Король Яков VI одобрял и поощрял гонения ведьм.